Здравствуйте, уважаемые коллеги. Очень рад здесь всех нас приветствовать. Спасибо за возможность выступить с таким докладом. Очень интересно слушать, как у нас каждые полгода проходят кардиологические чтения, и каждый раз мы докладываем что-то новое, делимся своим опытом и, соответственно, пытаемся развиваться и идти в ногу со временем. На данном слайде представлен опыт личного проведения стресс-эхокардиографии за год. За год было проведено 310 исследований. Средний возраст среди мужчин составлял 56 лет, среди женщин 61 год. Мужчин итого было 180 и женщин 130. Помимо стресс-эхокардиографии, всем пациентам оценивался стресс-ЭКГ-тест. По результатам, в процентном соотношении отрицательных стресс-тестов было 85%, положительных почти 13%, и сомнительных либо стресс-тестов низкого риска около 1%, 4 человека. Из 310 исследований у 51 была известна коронарная анатомия исходно до проведения стресс-исследования. Это пациенты, которые находились в каких-либо других центрах, либо когда-либо у них ранее проводилась коронароангиография вследствие инфаркта миокарда, либо плановая коронарография. Это далеко не всегда были пациенты, которые непосредственно обследовались в условиях котла Пангара. Из таких пациентов у четверых подтверждена значимость стеноза путем проведения стресс-исследования. В трех случаях стенозы составляли более 85%, и в одном случае стеноз был 50%. Все данные пациенты были подвержены стентированию. 5 хронических окклюзий из данной когорты пациентов были без ишемических изменений в ходе стресс-исследования. Им было рекомендовано консервативное введение. Остальные стенозы от 50% и до субокклюзии без гемодинамической значимости. То есть вследствие стресс-исследования признаков ишемии и нарушений локальной сократимости по эхокардиографии обнаружено у них не было. Всего было 16 положительных стресс-ЭКГ-тестов. Положительный тест стресс-ЭКГ-тест считается горизонтальная или косо-нисходящая депрессия сегмента СТ. В основном в 100% случаев, вне зависимости от пораженного бассейна, депрессия сегмента СТ отмечалась в нижнебоковых отведениях, это 2-3 АВФ и СВ5-В6. И в одном случае горизонтальная депрессия отмечалась с отведения В2 до В6. У данного пациента потом был подтвержден стеноз переднисходящей артерии. Из них положительных стресс-ЭКГ плюс стресс-эхо-тестов было 8 исследований. И 8 исследований без подтверждения клиники и стресс-нарушения локальной сократимости по стресс-эхокардиографии. Также за год мне было направлено около 15 пациентов, обследовано после, скажем так, острого коронарного синдрома без подъема сегмента СТ низкого риска, которые были направлены со стационара в ГБ-2, ГБ-5, либо с районных больниц. У них по ГРЭС был низкий риск. И у данных пациентов, у одного пациента по ЭКГ исходно были веллинсоподобные изменения ЭКГ с учетом типичной клиники стенокардии. Они могли бы расцениваться как пациенты с нестабильной стенокардией высокого риска и сразу отправляться на диагностическую коронароангиографию в ходе госпитализации. Но почему-то пациент был выписан домой и было рекомендовано в плановом порядке перейти на стресс-исследование. И на второй ступени у пациента были обнаружены нарушения локальной сократимости по бассейну переднисходящей артерии. Пациент был направлен на коронароангиографию, ему поставлен стент. Среди таких пациентов двое пациентов были направлены на коронароангиографию, где также были подвергнуты чрезкожному коронарному вмешательству и стентированию. Остальные 12 пациентов не рассказывали клинику стенокардии исходно и в момент госпитализации, и у них были отрицательные нагрузочные тесты, что можно подразумевать гипердиагностику острого коронарного синдрома, вероятно. Все положительные стресс-исследования записывались на диагностическую коронароангиографию в котла Пангара по направлению с поликлиники по месту жительства. Среднее время ожидания около 14 дней. Оно варьировалось, могло быть и раньше, могло быть и немного позже. Все в зависимости, во-первых, от клинической ситуации и, во-вторых, от пожелания пациента. А запись на коронароангиографию в случае положительного стресс-теста проводится тут же, и пациенту говорится дата
и он уже с необходимым перечнем обследования уходит на дальнейший амбулаторный этап. Есть возможность проведения коронарной ангиографии и при необходимости или возможности чрезкожного коронарного вмешательства именно в день исследования. Но это понятно в зависимости от степени риска пациента и выраженности клинических проявлений. Допустим, у пациента клиника прогрессирующей стенокардии. Ну, тут, конечно же, вызывается бригада скорой медицинской помощи, которая оказывает необходимую помощь по профилю. Обосновывается направление пациента, предупреждается заместитель главного врача, руководитель РСЦ и заместитель директора котла Пангара. Пациент транспортируется в РСЦ, там он оценивается консилиумом специалистов и решается вопрос о сроках вмешательства непосредственно уже на койке РСЦ. Также есть возможность пройти как коронарографию, так и стентирование без направления исключительно при желании пациента путем оказания котлабам платных услуг. Всего было из 310 исследований 40 положительных исследований. Двое пациентов не явились к нужной дате на коронарангиографию, остальные 38 пациентов прошли коронарангиографию в котла Пангара. Из пациентов, которые прошли коронароангиографию, большую часть пациентов составили порядка 20, это 52%, им проведена коронароангиография и стентирование коронарных артерий. 24% пациентов, это в количестве 9, были без поражения коронарного русла. Далее мы более подробно разберем, какие-то пациенты преимущественно были. И у 9 пациентов был многососудистый характер поражения коронарного русла. Таким образом, 75% пациентов были, скажем так, с патологией коронарных артерий. Все пациенты с многососудистым характером поражения были направлены на консультацию кардиохирурга. Из положительных проведенных, скажем так, из положительных стресс-тестов, в котором провели коронарангиографию, 19 мужчин и 21 женщина. Средний возраст мужчин 64 года, средний возраст женщин 66 лет. В каждой группе пациентов по трое пациентов были с полисосудистым характером поражения. Среди мужчин один был пациент без поражения коронарного русла. И 15 пациентов среди мужчин были направлены, было проведено стентирование коронарных артерий. Среди женщин отмечается больший процент пациентов без поражения коронарного русла. И среди них были 4 пациента с полной блокадой левой ножки пучка ГИСа. 10 пациентов женщин направлены на стентирование коронарных артерий. Таким образом, стресс-эхокардиография является неотъемлемой частью в арсенале врача-кардиолога, при помощи которого можно диагностировать значимую обструктивную ишемическую болезнь сердца и вовремя отправлять на инвазивную диагностику и лечение. Направляющим специалистам следует более тщательно отбирать пациентов для нагрузочного теста, используя предтестовую шкалу вероятности ишемической болезни сердца, поскольку все-таки больший процент пациентов приходит на стресс-исследования, не имея при этом какой-либо клиники стенокардии, тем самым загружая работу кабинета и не позволяя вовремя выявлять истинно пациентов, которым необходимо коронарное вмешательство, стентирование коронарных артерий, либо в тяжелых случаях консультация кардиохирурга. Соответственно, нужно как-то более тщательно и более лучше наладить отбор данных пациентов. При проведении стресс-кардиографии врачу функциональной диагностики, который проводит исследование, следует более тщательно интерпретировать ЭКГ-изменения, поскольку большая часть пациентов направляется в том числе по ЭКГ-изменениям, исходными с нарушениями течения процесса реполяризации без наличия какой-либо у них клиники. За год были выявлены следующие случаи интересные. Около 4 случаев было гипертрофической кардиомиопатии. Из них один случай с обструкцией выносящего тракта левого желудочка, который потенциально был направлен в федеральный центр на консультацию кардиохирурга с целью решения вопроса о миомэктомии либо о спиртовой абляции
межжелудочной перегородки. Ну, у одного пациента была диагностирована идиопатическая легочная артериальная гипертензия, которая подтверждена инвазивным исследованием. С данной пациенткой мы поддерживаем контакт. Напомню, что по ней на прошлом съезде я докладывал. Исходно у нее давление в легочной артерии составляло до 150 мм тутного столба по эхокардиографии. И она оказалась вазореспондером, то есть отвечает на блокаторы кальциевых каналов. И сейчас на фоне терапии у нее значительное улучшение самочувствия, уменьшение выраженности симптомов сердечной недостаточности. И давление в легочной артерии варьируется по УЗИ от 40 до 45 на титрации нормодипина 20 мг в сутки. И был один случай субаортального стеноза. Это у пациента, у которого не было более выражено гипертрофии в базальной части межжелудочной перегородки, но выявлялась даже в покое очень выраженная обструкция в носящем тракте левого желудочка. У пациента потом в ходе исследования в федеральном центре подтверждена мембрана в области выносящего тракта левого желудочка. Ему также рекомендовано оперативное лечение. И один пациент был с перемежающей хромотой. Он исходно пришел на стресс-исследование после проведенной диагностической коронарангиографии. Пару лет назад у него был инфаркт миокарда, и по коронарангиографии оставлялись пограничные стенозы 50-60% в передней сходящей артерии и в правой коронарной до 65%. Пациент, к сожалению, не смог открутить стресс-тест, пульс у него до субмаксимальных значений не повысился, и на первой ступени он уже начал предъявлять жалобы на выраженные боли в правой нижней конечности, в бедре, в икроножной мышце, ну, напоминающие боли при критической ишемии нижней конечности. Ну, тут же ультразвуковой датчик поменял на линейный, поставил, посканировал область общей бедренной артерии, и там значимое ускорение кровотока, которое характерно для критического стеноза общей бедренной артерии. Пациент был направлен на федеральный центр на консультацию. Ему провели реканализацию, поставили стент в общебедренную артерию. И, соответственно, клиника перемежающей хромоты у него полностью ушла. Через год он вернулся на... Ну, через несколько месяцев он вернулся на стресс-тест опять. Не так давно приходил. И открутил полную нагрузку необходимую. Пульс мы повысили до 150. И в ходе нагрузки у него, во-первых, клиники критической ишемии нижних конечностей не было, и, во-вторых, стресс-тест оказался отрицательным. Ну, следует понимать, что далеко не всегда за хронической окклюзией кроется гемодинамическая значимость поражения и, соответственно, необходимость в ее реканализации. Отмечалась значимость стенозов около 50%, причем не только у стволового поражения левой коронарной артерии, которое подтверждалось измерением IFR у двух пациентов со стенозом 50%. И им проведено соответствующее лечение, стентирование этих атеросклеротических поражений. Следует не сбрасывать со счетов стеноза около 50% таким образом. Они тоже могут быть значимыми, особенно при наличии клиники и положительном стресс-исследовании. Ну, собственно, внутрисосудистый ультразвук, измерение IFR помогают в диагностике пограничных стенозов у пациентов промежуточного низкого риска и помогает вовремя оказать им необходимую инвазивную помощь. Ну, соответственно, у нас стал вопрос проблемы эходиагностики, нарушения локальной сократимости на фоне полной блокады левой ножки пучка ГИСа. Вопрос этот еще остается актуальным и не совсем решенным, поскольку, да, у нас при полной блокаде левой ножки пучка ГИСа происходит, во-первых, ремоделирование левого желудочка, во-вторых, вариабельное движение миокарда левого желудочка, которое может имитировать в том числе ишемическую природу нарушения локальной сократимости. При обладании интактных коронарных артерий, преимущественно у женщин с положительной нагрузочной пробой, наводит на мысли о микроваскулярной дисфункции у таких пациентов. Следует отметить, что все пациенты, у которых был положительный стресс-тест, но коронарные артерии были интактны, они имели, во-первых, они имели также клинику стенокардии, и, соответственно, им выставлялась микроваскулярная стенокардия на выписку после вмешательства. Следует помнить, что отрицательный нагрузочный тест, отсутствие значимого поражения коронарного русла,
полностью не исключает коронарную болезнь сердца. Спасибо за внимание.